Всем здрасте, я Дитюти. Хотел сегодня поговорить о свече зажигания. Сегодня ремонтировал одну бензопилу, но она не заводилась. Заглохла, хозяин сказал, и в итоге не заводится. Это бензопила Husqvarna. Ну, суть не в этом, а в том, что на самой бензопиле стояла свеча. Завел, ну, хватает, все вроде бы схвачивается, но не запускается. Ну, взял, проверил зазор 55, 0,55, как положено. Уже не видно тут. Все без проблем. Беру, одеваю ему штук, проверяю искру. Искра есть, хорошая искра, синяя, крупная. Вставляю в бензопилу, завожу. Она схватывается, что-то пытается запуститься. Ну и в итоге вытягиваю, а у нее опять исчез зазор. Я опять пытаюсь выставить зазор. Думаю, неужели бьет, поршень достает. Раз, зазор есть. Опять пытаюсь завести. Ставлю, видите. Зазор уменьшается. Думал уже сначала на карбюратор, потому что, ну, свеча-то мокрая. Значит, карбюратор заливает, раз искра есть. А вот сам электрод бегает. Поэтому не всегда нужно спешить крутить карбюратор. Нужно проверить саму свечу. То есть покрутить, пошатать пальцами, там, пинцетом. Проверить все, и можно увидеть дефект. Одним словом, нужно посмотреть, что со свечей не так, а потом уже лезть в карбюратор, если у нас заливает, ну, свеча мокрая. Вот такое вот видео решил снять. Не знаю, может быть, кому-то будет полезным и интересным. Поделитесь этим видео со своими друзьями. До следующих видео.